Совсем немного осталось до завершения весенней призывной кампании. В Зареченском отделе военного комиссариата подводят первые итоги. Проблем с призывом в Заречном нет. Установленный для города наряд 60 человек на сегодняшний день уже перевыполнен. С апреля этого года ряды вооруженных сил Российской Федерации пополнили 64 молодых зареченца. Сегодня родной город покинула одна из последних команд. Мы их отправляем на комплектование на областной сборный пункт. И послезавтра ребята уже переоденутся в военную форму и будут в войсковую часть 25-623 в Энгельс. А мы приедем к ним обязательно с делегацией города, с коллективами, с трудовыми коллективами, с музыкаль, с нашими коллективами на их присягу, которая состоится через месяц. Служить в Энгельс в войсковую часть 25-623 отправляется и наш штатный фокусник Сергей Голуб. Проект «Минутка магии» программы «Доброе утро, Заречный» приостанавливается в связи с этим на целый год.